28 января неизвестными в Днепровском районе Киева застрелен сотрудник милиции, информирует пресс-служба УМВД столицы. Сообщение об огнестрельном ранении старшего прапорщика милиции в лесопарковой зоне на улице Лазо поступило около 14:00. В карете скорой его незамедлительно отправили в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки, но позже правоохранитель скончался при оказании ему медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства преступления, а преступники на данный момент разыскиваются.